нормальная жиза. Блин, скоро моя очередь, я ни хрена не учил. Что делать? А можно выйти? Хорошо, сидим. Так, все, 5 минут осталось, можно идти. О, привет! Все, не успел ты сдать, 2 ставлю. Актерское мастерство. Да какой 2? Я вчера всю ночь учил, с книжкой под подушкой спал. А все, завтра сдашь. О, блин, слава богу. Да, дети, в таком случае X равен Y. Да? Все понял? Угу, да. Забери уже свои копыта от моей головы. Можно книжечку у тебя? Ага, открываем страницу. Угу, спасибо. Угу. Можно ручку у тебя? Я свою дома забыла. Ага, спасибо. Так, а можно еще математику поставить? Держи обратно. Не за что. Так, кто к доске пойдет? Я знаю, можно я? О, Викочка, иди ты. Кто знает ответ? Я готовился, можно? Угу, никто не знает ответ. Да ну нахрен, не буду к следующему уроку готовиться. Все равно у меня ничего не спрашивают. О, давно тебя возле доски не было. Че, опять не готовился? Ясно, 2. Ну как это работает, блин?